Учим чувашский язык, играя. С помощью компьютерных игр ученики Михайловской средней школы Цивильского района не первый год осваивают родной язык. Школьники с 5 по 9 класс в этой школе учат чувашский язык с помощью специальных электронных пособий. Сегодня тема урока – рыбалка. Ребята знакомятся с новыми словами, понятиями, расширяют кругозор. Главная цель – научить детей и взрослых свободно разговаривать на одном из древних тюркских языков. Электронные пособия, кроме теоретического и учебного материала, содержат богатый лексический материал. Это помогает нашим детям обогащать свой язык, поскольку многие дети у нас разговаривают на русском языке. Идея разработки подобных пособий принадлежит директору Михайловской средней школы Владимиру Андрееву. Но в итоге над созданием своеобразных электронных учебников трудились и учителя, и ученики. Я в основном программирование вел, учителя помогали собрать внутренности, дети тестировали эти электронные пособия. Вот мы так и каждый год по одному электронному пособию выпускаем. Кроме этого, коллектив разработал и 3 компьютерные игры. На рыбалке, у бабушки в гостях, в поисках знаний. Выиграть в такой игре без знаний чувашского не получится. А чтобы стать победителем, необходимо пройти аж 3 уровня. Мне нравятся уроки чувашского языка. Здесь у нас уроки проходят с использованием компьютеров. Выполняем различные упражнения по изучаемым темам. Проверять свои знания можно, выполняя контрольные работы в электронной форме. Результат обучения налицо. Практически все ученики школы участвуют в различных дистанционных конкурсах по родному языку и культуре родного края и становятся победителями. Опыт коллег стараются перенять и педагоги со всей республики. Кроме этого, на базе Михайловской школы уже 10 лет работает и Центр дистанционного обучения чувашскому языку. Уроки и консультации идут по скайпу. Педагоги обучают не только жителей республики, но и всех, кому интересен чувашский язык. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Олег Якимов, Республика.